Общественная палата Карачаево-Черкесии празднует свой юбилей – 10 лет. Слова поздравления в такой праздник ей адресовали первые лица республики. Представители министерств, ведомств, общественной и религиозной организации. На дне рождения побывала и Фатима Даурова. На торжественном мероприятии в честь десятилетия Общественной палаты Карачаево-Черкесии спикер парламента Республики Александр Иванов поприветствовал членов организации от имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и парламентского корпуса. Он подчеркнул, что благодаря огромному опыту были реализованы многие инициативы, направленные прежде всего на улучшение жизни людей и развитие региона. За время своей работы члены Общественной палаты показали свою компетентность, профессионализм, способность к оперативному решению актуальных вопросов жизни республики. Это развитие межнациональных отношений, противодействие коррупции, вопросы экологии, здравоохранения, культуры, образования. Общественная палата стала действенным органом качественной экспертизы, в том числе и прежде всего законопроектов, а также эффективной площадкой для диалога между гражданами и властью. Александр Иванов вручил активным общественникам благодарности главы республики и почетные грамоты Президиума Народного собрания. Вера Молдаванова, стоявшая у истоков создания и формирования палаты, как структуры в целом и возглавляла ее в течение трех созывов, поздравила своих коллег с юбилеем. В течение этих 10 лет мы, конечно, старались все социальные проблемы, все социальные вопросы, которые поднимало население перед Общественной палатой, выносить на обсуждение с приглашением всех руководителей государственной власти и народного собрания, где всегда, я хочу сказать, была обстановка очень доброжелательная, в которой государственная власть объясняла, разъясняла и принимала все предложения, которые поднимала Общественная палата. Поэтому я благодарна всем трем составам Общественной палаты. Люди, конечно, с воодушевлением поднимали эти вопросы, обсуждали, невзирая на то, что они были очень заняты своей повседневной работой. За 10 лет членами Общественной палаты были специалисты и руководители, представители общественных организаций, трудовых коллективов, врачи, педагоги, молодые активисты, которые выполняли общественную работу по зову сердца и долга. В качестве уполномоченного по правам ребенка и в качестве председателя избирательной комиссии республики все 10 лет работы Общественной палаты были у меня на глазах. И мы видели, как становился и креп этот очень важный институт развития гражданского общества. Как здесь сформировалась площадка, где люди с самыми разными мнениями, убеждениями, взглядами находили выход из сложных ситуаций, решали актуальные проблемы, которые волнуют каждого жителя республики. Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова, поздравляя своих коллег, подчеркнула, что на сегодняшний день Общественная палата – это сплоченный многонациональный коллектив, активно взаимодействующий с органами власти и населением республики. Что в поле зрения палаты были и остаются все сферы деятельности, как социальное предпринимательство, развитие территориального самоуправления, волонтерство, патриотического воспитания молодежи, охрана окружающей среды. Наша деятельность нацелена на улучшение жизни и благосостояния наших граждан. Двери Общественной палаты всегда открыты. Мы всегда рады, когда приходят к нам, обращаются, участвуют в наших различных мероприятиях. Фатима Даурова, Али Басанов, Вести, Карачаево-Черкесия.